Так, всем привет. В общем, очередная игрушка. Я бы даже сказал ее не то что для программистов, а для инженеров. Но она в Стиме как бы, а если фильтры там, короче, ставить, типа игры для программистов, программинг и все такое. Вот показывает эту игру. Это игра от Zachtronics. Производитель такой игр. Все очень любят эти игры, отзывы очень положительные. Вот, и в общем решил я запустить эту игруху. Ну и, собственно говоря, очередной обзор на очередную. Чё у меня голова кривая? Я вот так вот говорю как-то. А, ладно, пофиг. Но она довольно старенькая. Вот я ее запустил. Вначале была заставка какая-то, кто-то ехал на какой-то машине куда-то. Какие-то вспышки были, то ли ракеты, то ли еще какая-то херня. А потом я оказался где-то в космосе. Я сам себя не вижу, вот я как бы вот так вот хожу. Вот. Потом я появился между какими-то инопланетянами. Ну, тут смотрите, тут нельзя сбросить обзор. Ну, этот прогресс, да, я бы вам все показал. Но оно не столь важно. Короче, я оказался перед инопланетянами. Они похожи, знаете, немного на тех чуваков, которые в фильме «Пятый элемент» были, такие с большими бошками. Вот. Что-то они мне там говорили. Короче, моя задача решать всякие головоломки, ну, в космосе, типа, строить, ну, типа, не фабрики, ну, короче, всякие головоломки. Сейчас увидите. На самом деле, я еще ни одной головоломки не решил. Только-только вот приступил, вышел и смотрю, как бы, ну, это не записалось, вот это все веду. Ну, сбросить нельзя прогресс. Поэтому, грубо говоря, я сейчас даже ничего еще не решал, буду вместе с вами решать. То есть я еще не тренировался. Вот. Если вы смотрите этот видос не с основного канала, то можете подписаться на основной канал, потому что этот видос будет на нескольких каналах, на лайве, там, где у меня игры всякие, на основном канале, где у меня программирование. Вот. Так вот, на основном канале у меня есть обзоры также всяких игр для программистов. И, ну да, для программистов. Короче, тут мне насыпали какой-то ерунды, еды точнее насыпали, я ее съел. Вот так вот я клик-клик-клик-клик и съел, и все. Не знаю, ладно. Решим задачку. Теперь смотрите, что надо сделать. Вот тут слева у меня у меня есть джетпак, я могу типа летать, видите? Вот. Короче, мне надо. Вот отсюда будут ящики выпадать. И они будут выпадать, и их надо доставлять вот сюда. Вот. То есть я могу блоки крутить. То есть у меня вон слева конвейер есть. Вот такая вот хрень. Я его могу крутить. Сейчас подожди. То есть, ну, выбирать направление. И правой кнопкой выбирать. Короче. Стой, а что это разные знаки? Это типа разные ящики в разное место. А, вот эти ящики сюда. Ну, давайте я вам покажу. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой, не туда. Не туда, вот я левой кнопкой кликаю. Вот, смотрите, ну я там немного было обучение, вот я нажимаю R и понеслось. Чик-чик. Ну и инопланетяне меня напрягли, и вот. А эти ящики не идут туда, куда надо. Нажимаю R. Так, значит, вот эти надо доставить. Вот сюда, а эти сюда. Так, а ну-ка давайте по. Нет. Подожди-ка. А если я вот тут прям построю? Да, тут вроде, видите, вот так вот можно вроде как раз. А это тут выпадет, интересно, должен выпасть. Ага.
Давай этот туда. Сейчас посмотрим, доедет он до места назначения. Да должен, должен. Сюда. Ну, как бы отзывы хорошие. Ну, игра, по-моему, 15-го года, что ли. А ну-ка запустим. Бэмс. Да, идут, идут. Теперь осталось этот вопрос. А, ну этот вопрос, в принципе, тут ничего сложного. А, не, как ничего сложного? Надо на ту высоту. А, не, все правильно. На ту же высоту он. Вот мы сейчас его вот так вот и объедем. Короче, инопланетянам что-то надо. Они, видимо, сами не соображают, но. Судя по фильму «Пятый элемент», да, они, те чуваки были не очень сообразительные. Так, можно ускорить. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Смотри-ка, и тут еще. Ух ты, смотри, кто-то круче, чем я. Че это такое 53? Это. А, за 53 цикла все сделалось. То есть получается, можно оптимальнее сделать, да? А, наверное. Наверное, вот так можно сделать. Смотрите. Ой-ой-ой, не-не-не-не, подожди, 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 подожди. Вот, вот так вот, наверное, можно сделать. Так. Ну да. Ой, не-не-не-не-не-не. Е перевернуть. А те блоки я сейчас удалю. Музычка прикольная. Так, а вот это надо удалить. А ну-ка. Да, можно по-другому, можно. И чё, оптимально или нет? Нет. Сейчас 50. Не понял. А, короче, в некоторых. О, вот тут я. А вот здесь. А что не так? А как я тут еще? Тут больше я никак не оптимизирую. Тут по. Ну, тут по самому оптимальному пути вроде как. Или, короче, нафиг, все, давай идем дальше. Идем дальше. Вот такая, так, есть, это решение сделал. Открывается новые два решения. Это что у нас тут? Новый тип или нет? А, блок конвейер. Вот, давайте попробуем. Так, это я попадаю. Ух ты. И чё тут? Чё-то я не вкуриваю. Сюда надо доставить. Хорошо, отсюда. Shift. Тут добавляются новые эти платформа, конвейер есть. Это модификации. Что они делают? О, я сюда могу вытянуть. У меня shift зажат. И чё, 5? А ну-ка нажму 5.
Это я типа выделить могу и что дальше? Ладно. Один. А это что такое за элемент? А как... Короче, смотри-ка. Это что означает? Вот так вот. Тык-тык. Я хрен его... А, надо склеить. Нихрена себе. Тут, наверное... Да. Я понял. Ой, ой, не, 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 не. Я понял, их надо как-то склеить. Давай тогда сейчас. Нет, 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 блин, вот сделаем как-то встречу на Эльбе. Вот тут они где-то встретятся, так? Получается, раз, два, три, раз, два, три, четыре, четыре, пять. Вот они вот так вот бжж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 ж
Давай поставим платформы. Сейчас про контроль я надо опуститься. Так. И давай я поставлю вот эти два блока. Я посмотрю, что они... Ой, что они делают. А ну-ка. Хрен его знает, что они делают. А, давай. Вот тут я блоки поставлю. Чик-чик. А эти раз-два, вот. Вот тут я их поставлю. А ну-ка. Да, все, вон они склеены, получается. Я понял. А, ну тогда все понятно. Тогда это сбрасываю. Вот. Задача ясна. Ой, 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 четверку ставим. Чик-чик-чик. Да, чуть не упал. Блин, аж холодок, знаете, по спине прошел. Так, ладно. Блин, а если бы их еще переворачивать надо было, это вообще было бы интересно. Так, ускоряем. И чё, у меня не оптимально? Ах ты, зараза. А почему? А чё не так? Чё не так-то? Давай это уберем. И это уберем. Ну, так а что тут не оптимально? Что-то я не вкуриваю. Тык-дык-дык-дык. Тык-дык-дык-дык. Хрен его знает. 5. А что тут 5, если я типа выделяю? А, я могу смещать блоки. А как смещать? А как смещать? А, вот так вот прям. Я зажал и мышкой двигаю. Ладно, хрен с ним. Не оптимально, так не оптимально. Так, идем дальше.
Ну, в целом вроде ничего. Так, смотрите-ка, сколько пооткрыл. А, платформ блок. А, вот здесь описание, что это такое. А, используется для поддержки, короче, всяких инструментов и заполнения всякого пространства. Energy, короче, соединяет блоки. Ага, вот новые пазлы. А много их тут интересно? Ну, судя по всему, много. Ну, судя по видосам, то там много всего. Так, чё тут? Можно использовать не обязательно вот эти движущие, тут же оно будет проталкивать его. Так, я правильно понял? Вот, смотри. Так ты имеешь в виду? А, не, ни хрена. Надо же и тут еще поставить. Во. Ну да, блин, реально, зачем я... Наверное... Чё? Нельзя одному, надо сразу, чтобы три было. А как это мне сделать? Как это ты предлагаешь? Ну и чё ты, что-то я не врубаюсь. Так. Ну, два соберется. Я что-то не особо врубаюсь. Вот эту вот картинку. А что это за рейтинг? А, вот, ну вот тут справа внизу, вон там плюс нолик, смотрите, нажимаю скобочки, это что-то... Что такое? Ладно, ладно, ладно. Блин, надо подумать. Короче, это чуть под... Это кто такой? Короче, я остановил. Так, а чё ему? Вот он мне написал. Смотри, подсказку какую-то дает. Два блока. Ну давай ставим два. Давай. И чё будет, когда два? Кажется, понял. Тут же не все едут, а тут толкаются. Еще раз. Смотри, стал. Во, походу, их тут надо сварить. Ой, на тоненьком. Давай-ка. Вот тут я поставлю сварку. Ой. Две, да, надо поставить, по идее, вот так же, правильно?
Ну-ка. А, да, все-таки подсказка на, ну, правильная была. Еще раз. Ну да, вот раз, два стал, и третий варится, и уходит туда трое. О, бля. Я тут вообще круче. А, вот тут не круче. А почему? А потому что вот. Давай уберем вообще вот это вот нафиг. Оно нам не надо. А ну-ка. А, не падает, вот блин. Они, короче, так упадут. Физика есть какая-то. Ладно. Ладно, что-то я тут не учел. Ну да пофиг. Короче, можно улучшать свои решения. Так, давайте тут решим. Сколько там уже? Ну, вроде неплохая игруха. Не, ух ты, елки-палки, я тучу. Может, тут что-то есть? Там мертвый этот космонавт лежал. Нету тут ни... Опля. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. No more. No, I'm not going back. I can't do this. I can't do this. Я не могу это сделать. I'll just stay here. Чё, я не They понял? can't make me go back. И назад. They can't make me go back. Назад что-то говорит. I'm just going to stay here. Что, оставайся I'm not здесь? going back. Чё? I'm done. Куда, назад? Короче, хрен пойми. Ладно. Сначала внизу вот этот. Короче, смотри, вот они падают. Бум-бум. Их надо. А. Ну да, смотри. Смотри. Смотри, четверку делаем. Он сюда бжук съедет. Вот здесь сделаем. И что получается? Хрен его знает, что получится. А, все правильно, там надо эту подставку сделать. Вот эту три. Во. Да, надо тут теперь сделать еще подставку. И раз, если я все правильно понял, два, вот так вот. Блин, нет, что-то тут не то. Что-то тут, смотри, это падает. Чик. Во, все правильно. Чик. Все правильно. Теперь. 4, 4. Ой, не тут, не туда. Надо опуститься, надо чуть-чуть опуститься. Вы знаете, интересные задачки. Не ожидал. Ну и не зря у игры рейтинги хорошие. Если... Да давай, давай, чуть-чуть подымись, только не упади. Рейтинги у игры хорошие. Очень хорошие. F. Все, понеслась. Конвейер. Короче, фабрика, фабрика. Ну и чё? Ой-ой-ой, что-то я тут не оптимально опять сделал, да? Да и хрен с ним.
Performance review будет еще, нифига себе. Опа, опа, опля, кто-то тут лежит, здоров. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Это я перевожу. Ну, это на английском. Я перевожу вам, чтобы вы понимали. Собака воет. Ау-ау-ау. Ау. Воет, воет. Это на английском так воет. Понятно. Да, вообще на приколе я смотрю. Так, а чё куда? Только скажите, что сюда тоже надо это все цельно. Так, черный, серый. Черный, понятно. Значит, сразу сюда. Тык-тык. Тык-тык. Вот так, да? Вот так, смотри, сюда поворачиваем, правильно? Правильно. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Подожди, оно едет, едет, едет. Вот эта херня приедет сюда, так станет. А, нет. А там какая едет? Там вот эта черная, да? Блин, дело в том, что эта фигня будет долго ехать. Может быть, она самая последняя будет? Серая приедет, а потом... Ага. Может, эту завернуть сюда? Смотри, сюда завернем. Получится черная... Блин, нет, нет, нет. Да не, смотри, это долго будет. Смотри, вон оно пока доедет. Бжж, очень долго эта херня едет. Это их еще сварить надо. Так, а если мы... Ой, не-не, если мы замедлим... Настроим тут всякого. Почти стой приехал. Давай теперь вот тут разберемся. Сюда, сюда. А ну-ка. Сейчас я натупил. Давайте сделаем. Подожди, подожди, подожди. Надо, чтобы приехал сначала вот это черное сюда стало, а потом уже вот это. Давай проверим еще раз. Нет, еще все-таки долго едет. А ну-ка. Давай, 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 давай. Блин, что-то чуть-чуть не успел. Еще раз смотрим. Смотри, вот оно едет. А как уменьшить скорость? А как уменьшить вот это, наверное? Ну-ка.
Нет. П пауза. Подожди, я что-то не пойму, что за рейтинг? А и можно пошагово? Да, вот, едет, 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 едет. И в чем проблема? Проблема в... может эту... сюда... А ну-ка... Блин, зараза. Он все равно... этот чуть-чуть быстрее получается. Блин, а как-то бы на одну замедлить. Ой-ой-ой-ой-ой, этот сюда будет ехать, ехать, подожди, а у него выбора нет. Я же могу. Ой-ой-ой-ой-ой, вот, вот так вот сделать. И он, по идее, быстрее приедет. Также. А ну-ка. Да, смотри, надо вот этого направить вот сюда. А это и он сейчас вот так вот джик. А тут надо поставить вот так, что ли? Вот он едет. Во-во-во, и его толкает. Это должен тоже, по идее, сюда уже приехать. Подожди, а что тут лишнее? Вот тут какой-то лишний. Раз, вот он едет, едет, едет. Ага. Ой-ой-ой-ой. Ёлки-палки, этот на один получается. Эти будут его толкать сюда, значит. Надо эти два. Блин, а как их склеить? Еще раз. Вот, смотри, этот тут, а этот уже должен быть тут. Да-да-да, вот они стали. А, блин. Смотри-ка, эти... Ага, их надо... Их надо как-то вот здесь склеить. Блин, а склеить я могу. Ну там приедет этот, и он столкнет сюда их, так? А, все правильно. Он следующий прижат, он их толкает сюда. А это. Ой. Сейчас четвертый. Ой, блин. Вот, смотри-ка, а я поставлю вот, то есть они сейчас, вот, смотри, раз, и этот готов, получается, едет, 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 и вот тут бы их склеить, конечно же.
Вот этот бы их сейчас толкнул сюда. А где бы эту склейку поставить? Блин, хрен его знает, где ее ставить. Вот так задачка. Надо подумать. Так, надо. А, блин. А вот эту штуку я как-то могу. Перевернуть так, чтобы. А ну-ка, опции. P есть. Edit counter, GH. GH, P. Что еще есть? Look. Rotate блок. Тут же блок. Да, я могу его. Тогда получается, мне надо как-то. Как-то. А ну-ка. Вот. Не, подожди, это фигня, ну-ка. Сейчас они, по идее, вдвоем должны. Не понял. Это что было? Что-то не то. А что не так? А, вот эта херня. Все, она толкает сюда. Значит, она толкается. Значит, вот тут надо блок поставить. Вот этот, наверное, 3, 3, 3. А вот здесь. Вот так вот, правильно? А ну-ка. Блин, я могу сказать, задачки еще те. А, солнце вышло. Нет, а ну-ка. Сварились и уходят сюда. Вот, еще раз, они вот тут сварились. Вот, смотрите, сварились. Чик. Этот их толкнул, и теперь их надо тут сварить. Да. Лепим. Вот так что ли? Ну-ка. Не, какая-то херня, стопудово. Стопудово тут что-то сейчас будет не то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига себе. Что-то я тут намудрил неправильно. Сварились. Не-не-не-не. Блин, надо думать. О, а что если. Я тут подумал, а что если я чуть-чуть переделаю? Что если вот эту всю херню. Что
Что если я... Сейчас увидите, что если... Что-то, потому что мне кажется, это чересчур. Ой. Идея пришла вот такая. Развернуть. Выкинуть, выкинуть, выкинуть. Вот какая идея пришла. Вот здесь поставить вот эти блоки пустые. И вот здесь их сваривать. А потом, когда... Когда придет... Ой. Вот это... По идее, эти подойдут и столкнут. Да, потому что я что-то намудрил такой херни, что... Так, давайте я сварилку эту построю. Блин, ну давай попробуем. Вот они сварят. А ну-ка. Ничего-то тут не то. Чего-то тут не хватает. Оно, они, а ну-ка еще раз. Вот он едет. Смотри-ка. Сварили. Чего-то тут не хватает. Так, я подумал. Но я пока ничего не придумал. Давайте еще раз. Вот оно, да, сварилось. А, я понял, надо, наверное, вот этот блок убрать. И... Блин, попробовать его сразу же, как он сюда приходит, сразу же убирать. Есть, сварилось. А, не до конца что-то. Что-то я тут не доработал. Рано, может быть, сдвинуть. А ну еще раз. Чик-чик. Есть, сварилось. Да, походу. Так, сейчас еще подумаю. Так. А что если я сразу... Подожди. Это... А, это будет быстрее. Погодь. Это будет быстрее, если я... Вот это все... 5. Во, можно выделить блок и переместить его сюда. Есть. Дальше. Как это все выделить? Подожди, а это откуда? Так же я делал. А ну-ка, может так быстрее будет? А, блин. Это
Сюда надо переместить. Все. Интересная игруха. Так, сварилась. Блин, что-то вот чего-то тут не хватает. Так, дальше буду думать. В чем еще раз проблема? А может, стой, а может из-за того, что эти слишком быстро приходят? Угу. Получилось. Теперь. Ой-ой-ой-ой. Херня пусть будет двигать, а так и так пойдет. Давай даже вот так сделаем. Тут физики, по-моему, такой прям уж нету, чтобы оно перед. Так оно и не перевесит, кстати. Даже если была бы физика такая. Фу, блин, прошел. Что-то у меня не все оптимально. Да хрен с ним. И так сойдет. Performance review. Вот эти ребята, о которых я вам рассказывал. Мне дали статуэтку. Блин, а что ты ее так бросил? А как ее поставить аккуратно? О, еды дали. Не понял. А, вот, открылись новые. Все, ребятка, все, точно все, потому что... Ох, нифига себе. Shift зажимаю, новые блоки появились. Ух ты, трубы еще появились. Сенсор какой-то. Сенсорные эти. Трубы. Что-то по трубам будет течь. Фу, короче, на сегодня все. В принципе, игра очень крутая, мне понравилась. На самом деле, ну, казалось бы, примитивные блоки какие-то, но надо правильно их разместить. И все такое. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайк, комментируем. Всем пока.